Я мышь. Это не ты, просто потерял, да? Она просто потерял. Я просто вот. Спуск плюшек с горки. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Страшно. Опа. Страйк. Или как оно там? Вот наши. Видимо, спускаются. Спускаться не стали. Thank you.
телефон. Не, ну вопрос, здесь портали есть. Блин, какой же неудобный телефон, надо было сушать перед собой. А уж батут номер два. Батут номер один был там. Оу. Бля. Вот они все плюсы телефона. Записываем все, что у нас приходит. Вау. Надо пушку покупать. А, есть каток, у нас есть кубков. Ну что, в лабиринт идем? Тупик. Какой-то странный лабиринт в этом году. Примерзли. Кипяточку принести. Осторожно. Thank you.
и пытается съесть мышь, символ прошлого года. Что-то не получается. Плюшки настолько криповые, что их боятся маленькие дети. Главное преступление года. Идут тырить памятник. Главное. Проект «Танц на граните». Ой. Живой! Я сам тут чуть не навернулся. Добро за песни, блин. Но отдало сильно. Это сделано специально, чтобы памятник не умыкнули. Ох ты, блин, и тут-то скользко. Какой ж ты, батюшка Ленин, неприступный, а?
Можно сначала в сторону моста, потом в сторону вечного огня. И оттуда обратно на театралку. Что-то в этом году традиционного паровозика нет. Oh, yeah.